товарищ выносит планы эмигрировать. Выходит, точно, четко выходит в Польшу или в одну из прибалтийских стран. Скорее всего, в Литву. Очень переживает, скажу честно, переживает. Но не видит исхода. Он запутался. И в мыслях, и в делах запутался. Он все это обдумает со временем, но будет уже поздно. Он поддается воздействию. Можно управлять им. Поднажать на него можно что-то там сделать, он согласится. Своей неустойчивой психикой он похож на Байдена. Поэтому, как я выражаюсь, они работают с ним на одних вибрациях. Откажется от президентства. Как ситуация, время покажет. Там установится, по моему видению, новый режим. Даже на его место выдвинут претендента нового. Ну, может, даже нам хорошо известно. Думаю, вот так, до сентября, где-то в сентябре, июнь, до сентября, вот в сентябре должно стихнуть.